Здравствуйте, друзья! С 4 июля в столицу Азербайджана Баку начинаются полеты сразу из двух регионов России. Речь идет о рейсах Махачкала-Баку-Махачкала и Саратов-Баку-Саратов. Дело в том, что российская авиакомпания S7 Airlines с 4 июля начинает полеты по маршруту Саратов-Баку и Махачкала-Баку. Оба рейса будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Саратова запланирован в воскресенье в 6 вечера, а прибытие в Баку будет в 20:20 по бакинскому времени. Как вам известно, ранее появилась информация о том, что прямой авиарейс компании S7 Airlines свяжет Махачкалу и Баку также начиная с 4 июля. Хочу отметить, что билеты уже поступили в продажу как из Саратова, так и из Махачкалы. Теперь, что касается первого рейса из Махачкалы. Первый вылет из Махачкалы в Баку запланирован также 4 июля в 01:05 бортом авиакомпании S7 Airlines. Будут летать самолеты Boeing. Самолет Boeing 737-800 сможет вместить 176 пассажиров. Отмечу, что рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье. Что касается ценовой политики, примерная стоимость билета из Махачкалы до Баку и обратно составляет от 16 тысяч рублей. Это опять же, если заранее покупать. Все прибывающие в Азербайджан пассажиры старше одного года должны иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Баку в аккредитованной лаборатории в стране отправления. Те, кто летит как турист, нужен будет также COVID-паспорт, где указано, что пройдена полная вакцинация, либо же справка о том, что вы переболели. Также хочу напомнить, что авиаперевозчик S7 Airlines с 15 июня уже осуществляет также авиарейсы из Самары в Баку, а с 16 июня из Волгограда в Баку и обратно. Рейсы осуществляются без отмен или каких-либо изменений, все в рамках расписания. А с 23 июня начнутся полеты по направлению Красноярск-Баку-Красноярск. Вылеты будут совершаться раз в неделю по средам. Полеты по маршруту будут осуществляться до конца октября 2020 года. Вот такие вот новости. Спасибо огромное, что посмотрели это видео.